Приближается 1 сентября. Все школы Лабинского района готовы к приему учеников. Александр Семеряков лично проверил качество выполненных ремонтных работ и соблюдение санитарных требований в условиях пандемии. Школы закупили необходимое количество санитайзеров, рециркуляторов воздуха, а в классах установили краны с теплой водой. 1 сентября до встречи детей готова, да, в рамках всех требований, которые есть, Александр Павлович, по бизнес школе. Те требования, которые выполнены. Они соответствуют, посмотрели требования, посмотрели 10.06. В этом году они поменяли все системы ведения, сделали еще и внутреннее и внешнее, и охранную сигнализацию установили в школе. В 2020 году в рамках реализации нацпроекта образования в трех сельских школах созданы центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». К началу учебного года аналогичный центр откроется и в 22-й школе станицы Чемлыкской, а в 28-й Вознесенской школе современную технику уже освоили. Они делают фотографии. Причем, когда открытие у нас было «Точки роста», ребята здесь показывали урок и через, поднимали это и опускали. Даже он опускается движением руки. К нам приходит педагог Юрий Анатольевич Мальцев из техникума. Он приходит к нам учителем технологии и причем будет работать на точке роста. Мы уже с ним оговорили. То есть 3D-моделирование, робототехника, прототипирование. Среди учеников популярна еще одна современная разработка – это 3D-очки. Они позволяют погрузиться в виртуальную реальность. С их помощью учащиеся могут определиться с выбором профессии. Одевают этот шлем. Выводим мы это все на экран, и каждый себя пробует в новой профессии. И хирургами они были, интересно, и хлеб пекли. Использование 3D-технологий в школе позволяет разнообразить учебный процесс и делает его эффективным и визуально объемным. В школах района уделяют внимание и физическому развитию детей. На базе учебных учреждений реализуется нацпроект образования, в рамках которого спортивные залы оснащают инвентарем, необходимым для различных видов спорта. В 19 школах реализуется проект «Самбо в школе». Обновили спортивный зал и в 33-й школе станицы Упорной. На территории станицы это оплот спорта и духовного образа жизни. Это номер один. Где еще спортивных залов, не только на улице, и все дети в школе. Красиво, уютно, чисто. Александр Семеряков посетил 32-ю школу хутора Сладкова. Речь зашла о газификации образовательного учреждения и поселения в целом. Был 2025 года 100% газификацию всего населенного пункта и хутора Сладки, и поселка Розовый. 100% газификация полностью. С учетом образовательных учреждений, школы, детского сада, многоквартирных домов в поселке Розовые 10. То есть везде, по всем улицам, где не доходит газопровод, будут построены. На данный момент, что касается населенных пунктов, до конца этого года выходим на проектно-сметную документацию. В течение этого года уже проведены все соответствующие работы по геодезии, топосъемке, межевание земельных участков. Проектно-сметная документация будет готова в декабре месяце. Если успеваем, то еще готовим соответствующую государственную экспертизу и на программу. К созданию комфортных условий важно подходить комплексно. Сюда входит и безопасность детей. Но безопасно должно быть и по дороге к знаниям. Производится обновление дорожной разметки, то есть пешеходные переходы около школ, садиков. В связи с преддверием начала учебного года 1 сентября. После окончания вот этих мероприятий данные работы будут продолжены по всему городу. Безопасность и готовность объектов образования к новому учебному году обсудили на координационном совещании антитеррористической комиссии. Александр Семеряков еще раз обратил внимание на безопасность дорожного движения. В рамках 1 сентября и 13 сентября, то есть на прошлом нашем совещании поручал посмотреть, начиная там сметы на перекрестках, которые безопасны, где-то по деревьям, которые знаки закрывают, а может где-то посмотреть деревья и просто по тротуарам, где дети и родители будут идти, там не пройдешь. С инспектором где-то проведен объезд всех школ, 11 наших. Есть у нас предписания, которые мы уже начали устранять. В основном они как бы незначительные, там ветки поменять там в пару мест, где на 9-й школе знаки там не по ГОСТу установлены. Мы уже этим занимаемся. О соблюдении учебными учреждениями требований по антитеррористической безопасности доложил начальник управления образования. Что касается антитеррористической защищенности, то в этом году по сравнению с прошлым денег выделено значительно больше, 1,5 миллиона в прошлом году, в этом году
2020 3 100 000. На что мы их потратили? В 13 школах было дооборудовано либо заменено видеонаблюдение в таких школах, как 1, 11, 3, города, 13, 14, 22, 32, 33. И охранная сигнализация была установлена в городских школах 2, 3, 4, 6, 7, 10 и 11. Также в 12 детских садах была смонтирована охранная сигнализация, видеонаблюдение. В городских садиках это 15, 20, 3, 5, 6, 10, 17, 18, 22. Также в садике в Упорном и поселке Прохладном. И в двух школах установили домофоны, это 3 и 6 школа. Кроме этого, в этом году мы заменили полностью ограждение в школе 17 село Гафицкое. По краевой программе там 1 136 000 рублей было на это потрачено. Также проведены торговые процедуры и заключен контракт на замену ограждения в школе 21 станицы Ахметовской и в школе номер 28 станицы Вознесенской. Главу района интересуют меры по обеспечению безопасности школьных мероприятий 1 сентября. Со стороны казачьего общества будет по 2 казака будет выставлено на каждую школу, которая будет охранять по периметру, значит, патрулировать будет. Также на координационном совещании были рассмотрены вопросы о мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».